Три года назад, в марте 2020 года, меня знакомый пригласил работать охранником в клуб спортивных настольных игр. Вот, в Саратове их было на тот момент, по-моему, 4 клуба. Вот, они как бы работали официально. И когда я пришел, он меня убедил в том, что деятельность законна. Вот, начали работать, но тут пандемия началась, и как бы пока прекратилась работа. Вы работали от охранного агентства? Или как нет, сотрудник? Сам. Я как наемный сотрудник был, да. У меня лицензии нету. Обязанности аж какие были, безопасность такого плана? Охрана общественного порядка, не впуск... так как вход в клуб свободный совершенно для всех, не пускать там малолетних детей, соответственно, пьяных не пускать и не допускать, чтобы там какие-то были там драки или еще что-то. Как разворачивались события? Я еще просто хотел дополнить, что плюс ко всему у нас была тревожная кнопка, соединена это с ГБРом, а впоследствии и с внешней охраной. Вот, поэтому как бы сомнений о том, что деятельность законная данного заведения вообще никогда не возникало. Проработав месяц, заведение было закрыто в связи с тем, что пандемия началась. Потом к концу года, в октябре, опять мне позвонил товарищ, сказал, что они опять открылись. Вот, и опять набирают охрану. На тех же условиях поработать. Вот, я начал работать там. Но ситуация сложилась так, что через месяц мы ушли оттуда. Нам не заплатили деньги, остались нам должны 22 тысячи. Вот, мы ушли оттуда, и все, и больше с 2020 года к этому отношения не имел. Летом 2022 года в 6 утра ко мне там ломились сильно в дверь, открыл дверь, зашли сотрудники, оперуполномоченные, вот, с обыском, и потом привезли в Следственный комитет суда, где уже допрашивали меня волгоградские следователи. Волгоградские, да, так как... Я так понял, дело было заведено в Волгограде, потому что у них... На деятельность вот этого заведения? Да, да, у них просто они, филиалы были еще в Волгограде, в Самаре, в нескольких городах. Там у них сеть была этих заведений, спортивных настольных игр. Вот, и видно, просто объединили, и вот у нас начали это... Допросили в качестве свидетелей, потом обязали приездом в Волгоград. Сказали, если здесь мы показания не дадим, мы сейчас вот в автозаке вас посадим, увезем туда, в Волгоград, будете у нас сидеть там до суда. Вот, и как бы, испугались немножко. Нам-то уже за 50 лет, там, что мне 51, что второму товарищу. Вот, как бы это уже совершенно не нужно. Мы ездили в Волгоград, там нам предъявили обвинение сначала по 210-й, 146-я, там нарушение авторских прав и вот незаконное проведение азартных игр. Вот. Потом 210-ю убрали, 146-ю, осталась третья часть, вот 172-я, Прим-2. Что она обозначает? Это проведение азартных игр с использованием там что-то интернета, и в местах, где, по-моему, запрещено проведение. Так-то они уже разрешены вроде бы. Вот. Почему к вам, как к сотруднику охраны, у них возникли вопросы? Вот я даже не знаю. Максимум мы там... Во-первых, мы ушли оттуда до того. После нас была и другая охрана. Они еще проработали больше года. Я даже не знаю, почему к нам вообще стало. И вот когда уже дело в суд сюда отправили, я хотел донести свою позицию. Говорю, мне нужно допросить свидетелей. Здесь местный прокурор сказал, что, мол, типа, если ты будешь сейчас возмущаться, то получишь 3 года. Если реального срока. Если не будешь, то получишь год и уйдешь по-тихому. Мне это вообще ситуация никак не устраивала. Вот, и начали допрашивать свидетелей, после этого начали меняться у нас обвинители, один, второй, третий. Вот сегодня вы видели, у нас поменялся еще один очередной гособвинитель. Вот, то они не могут согласовать с Волгоградом обвинения, то еще там у них какие-то, то еще раз вызывают тех свидетелей, которые уже были допрошены в суде, хотя уже следствие закончилось, у нас уже прения начались. Вот такая ситуация, как бы и угрожали даже свидетелям, чтобы они дали на нас показания. А кто угрожал? Следователи, как сказали, это следователи с Волгограда звонили. Да, волгоградский. Да. Вот как бы вот такая вот ситуация. И вы задавали им вопрос, почему вы не проходите как свидетели, как обвиняемые? Что-то отвечали вам? Нет, там же есть, типа, вы же должны были знать о том, что деятельность незаконна, раз вы там работали. И
блин, для меня это все это как бы сложно и переносится тяжело, и со здоровьем проблемы. Вот, как и... заведение называлось? Клуб спортивных настольных игр «Rocket Kart». Вот. Он, по-моему, до сих пор даже не закрыт, а официально работает. Вывески висели на Московской, вот была вывеска, там и в этих большие плакаты, то бишь любой человек мог зайти. Как бы деятельность, я считал, что законная. Я вообще не думал, что эта деятельность их может быть как-то противозаконна и коснется меня. Мой подзащитный не признает себя виновным в данном преступлении. Его позиция также подтверждается доказательствами, которые были получены в ходе судебного разбирательства. Однако органами прокуратуры эти доказательства игнорируются. И несмотря ни на что, всеми как бы правдами и неправдами, они пытаются обвинить моего подзащитного в том преступлении, которое он не совершал. Наша позиция четкая, однозначная. Мы будем отстаивать свою, его невиновность до конца. Государственное обвинение стало меняться после первоначального изменения с их стороны квалификации преступления. Переквалифицировав со статьи 171 прим. 1 части 3 на часть 2. Следующее судебное заседание уже пришел другой прокурор, недовольный тем, что мы согласились давать показания. Они отозвали свое ходатайство и переквалифицировали обратно на третью часть. После этого прокуратура начала меняться и откладываться на долгие судебные заседания для подготовки к прениям. Сегодня у нас, наверное, уже пятое заседание, отложенное для подготовки прений государственного обвинителя. Сколько гособвинителей сменилось за это? Сегодня был четвертый. С какого момента, вот сколько по времени, с какого примерно числа все это началось? Где-то примерно с конца января.